В Актобе прошел региональный форум «Молодой учитель. Путь к успеху». Данное мероприятие организовано совместно Назарбаев интеллектуальной школы и Центром педагогического мастерства. Приняли участие более 120 молодых педагогов области. В программе форума мастер-классы, тематические и творческие площадки, мотивационные выступления спикеров и различные тренинги. Целью форума является мотивация молодых учителей, закрепление их в профессии, вовлечение их в педагогическую деятельность глубже. Вы же знаете, есть утечка молодых учителей из профессии, а форум призван стимулировать их к этой профессии. Здесь во время этого форума провелись мотивационные встречи с успешными людьми, которые показали, какие качества нужны человеку, чтобы быть успешным в профессии и в жизни.